Всем привет, ну что, FIFA Online 4 продолжает развиваться, и теперь там доступен режим битва составов. Мне сначала казалось, что это типа какого-то турнира там быстрого будет, а на деле получилось, что я ошибся. Суть заключается в том, чтобы играть матчи с реальными составами игроков под управлением искусственного интеллекта. Вот такая вот интересная задумка. Опять же, сначала я подумал, что там просто ты играешь с этими там составами противников реальных вот людей, которые есть, и потихоньку добираешься там до первого дивизиона, проходишь все этапы, и в зависимости от того, как ты отыграл, там больше выигрывал, соответственно, у тебя было больше очков, проигрывал, выигрывал, соответственно, подойдешь к первому дивизиону с меньшим количеством очков. А все не так. Получается, там всего лишь 16 матчей, на что я с самого начала не обратил внимания, в которых можно или победить, или проиграть. То есть вы там ничьих тут не бывает. За победу там накидывают что-то около 500 очков, за проигрыш что-то там 30. Ну еще и за каждый состоявшийся матч вам по 400 очков там с копейками выписывает. И, ну, если там идем мы ровно, то есть постоянно побеждаем, то мы из дивизиона в дивизион прыгаем. Ну, а если где-то мы запокопорили, то, соответственно, мы на каком-то дивизионе остановимся, ну, и дальше не продвинемся. При этом все, у меня лично было такое, что игра зависла, перезахожу, там техническое поражение. Ну, как бы, и все, куда там дальше двигаться, там, выиграл ты бы этот матч, не знаю, ну, так получилось. Вот с такими баками, конечно, тяжело здесь что-то сделать. Но это может быть только у меня, у кого-то все там четко. В целом режим, в принципе, интересен, как возможность подсмотреть, кто с каким составом играет и какую тактику там юзает на разных рангах. Ну и, честно говоря, не более того, потому что там с ботами играть, ну, то еще удовольствие. Судя по тому, что там в топе только один игрок, который сейчас висит, я не знаю почему. То ли в этот режим никто не умеет играть, там у него не получается играть, то ли в него никто не хочет играть. Думаю, разрабам на это стоит обратить внимание и как-то подкрутить то ли саму игру, то ли может сделать какие-то призы крутые. Вот, в принципе, и все, что я здесь хотел сказать. По этому режиму, ну, такое себе, не рыба, собственно, не мясо. А на этом у меня все. Всем пока. Играйте честно.